Добрый день всем. Я давно уже ничего не снимал. Вот, сегодня решил снять маленький ролик про размышления и про теоретическую основу лодкостроения или судостроения мелкого. Вот. Значит, что я сделал? Сейчас я сделал опыт, микроскопический этот опыт. Вот, и, но он имеет большое фундаментальное значение. Значит, был взят лабораторный стол, был взят вот такой вот пластик, который применяется в рекламе, пена, ну, вспененный ПВХ он называется, по-всякому, но обладает этот пластик очень хорошей гибкостью. То есть, вот здесь у меня вот всякие есть обрезки трофейные, вот, значит, вот взять любой кусочек, вот он, этот кусочек. Кстати, вот я тут поразобрал всю свою мастерскую, и теперь у меня, видите, как сделано, теперь у меня большой хороший проход, все красиво, вот, есть холодильник, микроволновка, ну, короче, я тут стал жить уютно, более-менее уютно, то есть еще немного усилий, и здесь будет, может быть, даже хорошо. Вот, но вернемся к нашему пластику. Пластик вот какой. Смысл в чем? Его можно гнуть как угодно. Вот, то есть, вот видите, он гнется аж вот, ну, вот в таких вот пределах, вот так. Единственное, чем боится, это гнуть, если будет температура высокая. То есть, я когда закупал для плакатов, вот, вот он этот пластик, такой же вон он лежит. Кусок, то есть мы можем даже кусок достать. Смысл в чем, идея в чем? Значит, из вот этого пластика сделать складную лодку. То, что я видел у людей, как бы на одном из роликов, там человек сделал, по-моему, это Польша, врать не буду, у него именно вот из такого белого пластика сделана складная лодка. Что я-то сделал? Я взял ПВХ и наклеил. Вот, видите, обычный ПВХ, которым я клеил. Это остатки, вот здесь вот я могу показать, вот они, это остатки от катера, от моего складного. Я их разобрал, и вот куски у меня остались, я положил. То есть это лежит специально для того, чтобы можно было экспериментировать. Я давно хотел это сделать. Сегодня вот сложилось так. Значит, чем я клеил? Клеил всем известным, единственным клеем вот СА. Двухкомпонентный или он какой там клей. Ну, клей этот не двухкомпонентный, Космо. Космо я клеил. Клеит он как зверь. Вот. То есть вот это вот заклеилось за, ну, за минуты. Все. То есть минуты он уже приклеился. Прекрасно, видите, прекрасно держится. Вот. Ну, вот это вот, вот так вот, это, понятно, этот зазор был взят на глазок от фонаря. На самом деле, чуть побольше надо сделать. И вот этот шов, его можно взять леску полиэтиленовую или там какую-то капроновую леску, которая применяется либо в рыбалке, либо от косилки механической, то есть вот от бензокосы, чем косят траву, попробовать ей. И получится вот, если этот шов, так делали, только, правда, делали для фанеры, но надо продумать эту тему. Я так думаю, что вот человек, который делал, я смотрел, мне понравилось, то есть он с этой стороны сделал, и вот с этой стороны он тоже сделал, вот наклеил вот так вот. И получился двойной шов. Видите, я ее кручу, зубами не оторвешь. Вот я вот пытался ее порвать. Вот я сейчас рву ее со всей силы. Ну, не со всей. Короче, вот попытки оторвать ее или там что-то с ней сделать. То есть по факту ПВХ, один листок ПВХ и вот эта пленка ПВХ, они приварились. Я пытался вот это оторвать пальцами. Оно приварено. Все наглухо приварено. То есть это
стоит того, чтобы ее сделать. Значит, я тут вот достал еще один клей. Это тоже Космо Плюс. Ну, просто здоровая бутылка. Для склейки вот написано клей для ПВХ. Значит, я так подозреваю, что вот это, ну, я ей клеил катер. То есть фанеру, вот эту ПВХ-шную пленку, или как его назвать, ткань ПВХ, я наклеивал вот этим клеем. А еще я фенчиком проходил. Но здесь, вот судя по всему, вот это он просто, я его не хочу открывать, он у меня новый. Ну, просто, он внутри просто гелеобразный, желеобразный клей. Если его спокойно тут вот так вот размазывать слой и сделать пошире немного, посерьезнее, так что-то как-то, то получится офигеть просто. То есть, извините за это, получится круто. Если, но возникает другая проблема, очень серьезная, которую, ну, как бы неизвестно, как ее решить пока. Это вот, видите, оно приклеивается четко, все. То есть на вот попытка срезать ножом, она ни к чему не приводит. То есть это мертво. То есть оно приварилось мертво, все. Я так думаю, что некоторые лодки ПВХ-шные точно так же клеятся. И ничего не происходит с ним. Ну вот, то, что я не приклеил, оно как бы и держится. Все. Шов прекрасный. Просто замечательный. Но есть проблема. То есть вот, как бы показать. Вот этот сам пластик рекламный, он, вот видите, след остается вмятины. То есть он настолько мягкий, что даже, я даже не знаю. То есть вот это как бы перечеркивает будущее всей этой конструкции. Единственный, ну, как бы вариант этого ПВХ, либо наклеить все, то есть купить прямо ПВХ-шную ткань, и вот полностью вот это борт, ну, как бы будем считать, что вот это борт, вот, и этот борт наклеивается полностью, вот вся ткань, ну, тканью обклеивается, но все равно он не спасет. Ткань сама по себе, она не спасет от ударов, от мелких ударов, от камней. То есть не от пробивания самого этого борта, как бы. Это понятно. То есть и ПВХ-шную лодку надувную можно разбить. Это понятно. А именно от каких-то потертостей вот этих вот вмятинок. Иначе получится, что она вся будет. Через какое-то время она вся будет в вмятинах. Вот это конструкторская задача, то есть какой материал придумать. Сама она по себе очень такая, ну, сам он по себе очень гибкий, и поэтому из него можно, я думаю, посудину без проблем сделать. Вот. Единственное, ну, марка как бы. Это самый дешевый пластик вот это. Может быть, взять американский там какой-то еще, я не знаю, но какой-то. Какой-то. Это китайский обычный пластик, который массовый. Вот, надо пробовать. Ну и все как бы, собственно. То есть вот такие вот теоретические выкладки. То есть попробовать можно. Но я думаю, что и по деньгам она будет неплохая. По цене. Чем ее усилить, вот эту саму, чем ее усилить, чтобы она была устойчива к истиранию, ну, то есть проблема истирания. Вот. Если все мне там говорили, что сотовый поликарбонат, вот, он как бы такой плохой, он там хороший, я не знаю, ну, то есть сотовый поликарбонат, где-то он у меня тут лежит, кусочек, вот он. Если рассматривать сотовый поликарбонат, то он на ощупь намного тверже и серьезнее выглядит. Хотя он внутри хрупкий, и вот эта пленочка, она тоненькая. Но сам по себе он очень, очень хорош. То, что я на нем как бы плавал, он очень хорош. А на той штуке, то есть он сам по себе жесткий.
А там как сделать? То есть там на днище не встанешь. Вот. Вот это парадокс. Приклеивается прекрасно, но дно изготовить, из чего сделать конструкцию, чтобы он не развалился, это целая у нас проблема. Вот. Хотя, кто знает. Надо поискать по складам, посмотреть у ребят, какая цена за лист. Дело в том, что есть некие пределы экономические. Допустим, на сегодняшний день лист сотового поликарбоната 6-метровый, стоит 5000 рублей. За эти 5000 рублей можно совершенно просто изготовить 2-3-метровых лодки. Или одну просто убабашенную, там 4,5-5 метров. Ну, идеальный вариант вообще 4-метровую складную там. Вот. Так у вас еще куски останутся, которые вы можете выложить внутри, там где-то что-то усилить, конструктивно применить его еще не как основной корпус, еще там вставки какие-то сделать, ребра там какие-то вклеить. Ну, в данном случае вот этот момент. А вот этот вот, он прекрасно, то есть с помощью вот этого клея можно тут наклеить и ребер, и решетки там, и какой-нибудь, ну, можно сделать много чего, и будет прочно, хорошо, но я не знаю, как по нему ходить, и как избавиться от вот этих вот полосок. Вот. Ну, вот на такой вот оптимистичной нотке я хотел бы закончить этот микроскопический ролик. Нового я, может, ничего не рассказал, но задел вот для фантазии и для проверки вот этих вот материалов, он как бы есть. Надо пробовать. Вот. Всем изобретателям хороших изобретений, творческих успехов и начал. Все, всем пока.